Краснодаре праздник входа Господня в Иерусалим, помимо богослужения, отметили большим крестным ходом и освящением памятника, призванного напомнить о том, что жизнь человека начинается с момента рождения. С подробностями наши коллеги. Мир на пост к концу стремится, и перед Страстной Седмицей в воскресенье в храм идем, вербочки в руках несем. В Краснодарском храме во имя Рождества Христова в этот день всегда большой праздник, всегда много народа. По завершении службы весь люд вышел на площадь храмового комплекса. Прямо перед входом стоит изготовленный памятник нерожденным младенцам. Собирали средства всем миром в течение почти 3 лет, и вот он стоит перед нами. Благословляется и освящается памятник ангел нерожденных младенцев, окропление воды сия священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я ребенок, не родившийся на свет. Я безродная душа, по кличке нет. Я колючий холодок в душе врача. Узелок людьми разрубленный с плеча. Вот такие слова начертаны на постаменте памятника скульптора Ольги Яковлевой. Кроме нового памятника, освящали по традиции вербы и цветы. Затем с хоругами впереди двинулись крестным ходом. И не вокруг храма, а вокруг всего юбилейного микрорайона Краснодара. Это уже традиция прихода, во главе которого настоятель протоиерей Александр Игнатов. Шел Господь в священный град, шел навстречу муки крестной. Знал, что будет он распят, знал, что в третий день воскреснет.